Принцесса Моника Дарья, ученица 4 класса Шкуновской школы. Прочту стих Александра Сергеевича Пушкина «Няня». Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно, давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь будто на часах, и медлят по минутам спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые ворота, на черный отдаленный путь, тоска, предчувствие заботы теснят твою сейчас на грудь.